нет, смотрит на меня. Вы с Журавлевым знакомы? Я говорю, да, что такое? А, вспомнил, он у вас проводил семинар «История церкви», да. Где-то я вас видел, да. Я говорю, я точно знаю, что я у него не брала в долг, и в принципе, то есть никакой крамольности не должно быть. Вот, но, слава Богу, давно, конечно же, не, сколько уже прошло, лет 5? 7. Да вы что? Нет. Нет, вы что? Не рвите мое сердце. Да, да, да. Я тоже так свят на то, что запечатаюсь на всякий случай. Вот 4 или 5, да? Да, это 4 года. Не больше 5. 6. А, Назар был. Да, да, да. У нас фотография, Назар был совсем маленький. Да. А ему сейчас 6. Лет 5. Вспомнили. Ну вот общими усилиями. Как хорошо, когда в теле Христа столько памяти. С совместными усилиями мы вспомнили. Слава Господу, я передаю вам микрофон. Слава Богу. Слава Иисусу Христу. Да, дорогие друзья, разобрались, что давненько уже вас не был на самом деле. Ростов-на-Дону вспоминали мы часто, потому как я приезжал с Таней, со своей средней дочерью. И, в общем, так получалось, что я детей беру с собой в поездки иногда какие-то, но вот так, чтобы с одним ребенком, это не часто. И вот с Таней это была, наверное, пока единственная поездка такая, когда мы вдвоем с ней куда-то вырвались, и она до сих пор вспоминает эту поездку, бывает, и так что и пастора, и всех-всех благословляем. Очень приятно быть снова здесь. И в эти дни я проводил семинар, сегодня будет завершение, вот в 5 часов, через пару часов начало будет последняя часть этого семинара. Это семинар «Израиль и Церковь». Церковь и Израиль. Вчера, сегодня и завтра. Вообще, семинар уже как бы уже заканчивается сегодня, но такое ощущение, что я к нему даже еще не приступал. Тема очень сложная, на самом деле, очень непростая, это почувствовалось сразу. Еще с того момента, когда мы с пастором Александром договаривались об этом еще только. Это чувствовалось во все эти дни. И сегодняшним днем, знаете ли, я думаю, что все-таки начало, оно произойдет в конце, самое начало этого семинара. Потому как затрагиваем в этом семинаре, и я, и все участвующие в этом семинаре, молящиеся за семинар, приходящие на семинар, интересующиеся этой темой вообще, размышляющие об этом, мы затрагиваем как бы больной нерв христианства. Наверное, самый проблемный зуб, если брать языком стоматологов, значит, как раз именно вот антисемитизм. В теле Христа есть некоторые проблемы, и порой такие огромные проблемы. В теле Господнем мы знаем, это из притч Иисуса Христа, не только хорошее растет на огороде Царства Божьего, не только доброе семя растет, которое посеяно изначально самим Богом, но и много сорняка, особенно тогда, когда лидеры просыпают. Когда лидеры не бодрствуют, приходит враг, то есть те, кого Бог поставил сторожами, пророки, учителя, да, апостолы, когда зевают в этот момент, враг не дремлет, он ищет лазейку, и чтобы бросить хотя бы горсть, но этих плевел, которые поначалу похожи на злак добрый, но когда уже все начинает уже колоситься, там уже понятно, это недоброе, это плохое. И, знаете ли, и здесь с претензиями к Господу бесполезно обращаться. Мол, как так? Нехороший ли ты сеешь? Мы даже Царство Божье, Царство Небесное. Это же Церковь Христа. Как же в Церкви такие антицерковные, антихристианские явления происходят? Как же такое может быть в Церкви? Бесполезно здесь Господа обвинять. Нет. Он говорит, это враг посеял. Это не я, это враг посеял. А вы проспали. Но желание прополоть огород Царства Божьего есть у учеников, но Господь, Он удивителен, Он неповторим просто, Он рассуждает не как человек, Он как Бог. Он говорит, пусть растет и то, и другое. Он дает всем, даже самым последним сорнякам в Царстве Божьем, стать хорошим злаком. Он дает возможность, знаете ли, покаяться всем. Я помню свидетельство одного бывшего чекиста, засланца такого, КГБшного, в религиозной структуре,
имплантант такой был внедрен. Их много тогда внедрялось в 60-е, 70-е годы особенно, по борьбе с религиозными организациями. И он занял, значит, одну из руководящих должностей в церкви, пробился, используя, значит, компромат на некоторых служителей, используя, ну, много использовалось негодных таких методик, чтобы пробить этих лжебратьев, волков, надевших овечьи шкурки, значит, закончивших семинарии порой, но именно реально чекистов в рясах или без ряс, или в костюмах, в пиджаках. Кто был протестантом, был в баптистском братстве. Вначале он занимался выявлением сети баптистских нерегистрированных церквей, и там его вычислили одно время, и он тут же перешел в регистрированное братство, чтобы там продолжить свою работу. Значит, и, ну, я не буду вам всем рассказывать, я скажу, что он покаялся, еще было советское время, и его могли за это ликвидировать физически, как ликвидировали одного покаявшегося чекиста в Грузии, который был в союзе, ну, баптисты-писятники тогда, который покаялся, он был в совете пресвитеров, но он конкретно работал, сдавал братьев, значит, и был имплантантом, но он покаялся однажды, и вначале писал такие левые отчеты, а потом вообще сказал комитетчикам, что он, нет, он христианин. Да ладно, брось, ты что, вжился в роль? Да, он христианином стал. Как вспоминаю еще другого параллельно, еще одного бывшего в Римской империи, одного клоуна, который, ну, артиста, который просмеивал, знаете ли, между гладиаторскими боями, между бросанием христиан ко львам, между кровавыми зрелищами такими были и такие развлекательные зрелища. Выходили клоуны, артисты, стихи, смешки, развеивали, знаешь, чтобы толпа немного, ух, посмеялась, а потом снова адреналинчику, а потом снова кровушку пустить. Вот это как бы было хлеб и зрелище. Вот чем жил Рим, знаете, у времена, у нравы. И вот один артист, он должен был высмеивать христиан, пока там прибирали сцену, убирали части тел, значит, он разыгрывал с другими артистами сцену крещения. Один из артистов изображал пресвитера христианского, другой, ну, то есть они и все это, конечно, значит, ну, подавали христианство совершенно как нелепую секту, которая достойна просто вообще, ну, презрения и, значит, и прочее. Но самое интересное, это, видимо, артист был настоящий артист, который интересовался ролью внимательно. И он имел возможность побеседовать с теми, кого бросают ко львам, пока они еще живы, чтобы узнать об их вероучении, как они разговаривают, о чем они говорят, как они молятся, как Бог их выглядит, он хотел выяснить. И вы знаете, и он задумался над этим вопросом, увидев, как христиане, воспевая Христа, гимны Богу, умирают, когда... И вот момент, как он разыгрывал крещение, и вдруг этот артист выходит из воды, и он говорит, такой импровизированный бассейн, и он говорит: я вижу Христа. Я вижу сейчас, он прямо здесь, Иисус Христос. Все вначале ха-ха-ха, ну как бы очередной прикол какой-то. А он так убедительно, что уже людям было уже не до смеха. Ему говорят: заткнись, все, хватит, ты уже разыгрался, артист. Долой его отсюда, он уже что, он здесь христианство распространяет, что ли? И в конце концов, он настолько убедительно говорил, что Христос здесь. Люди начинали верить в это уже, им было уже не по себе. Знаете ли, гамбургеры попкорн уже застревал у них, уже давайте быстрее меняйте сцену, убирайте это все. И выгнали христиан на арену, львов, этот артист остался с христианами до последнего, и его съели. Разорвали эти хищники. Значит, вы знаете, интересная история. Вот тут про чекиста в Грузии. Он покаялся, и потом собрали заседание КГБ грузинской ТСР. Значит, и, значит, был вопрос о ликвидации физической этого агента внедренного. Он много знает, как бы, информации. И что, значит, теперь он уже угрозу представляет для системы. Потому что много агентуры было вживлено, и возможно, что он кого-то бы, может быть, сдал бы, допустим, да, информацию какую-то. И вот было решено о ликвидации, и набрали людей для этой команды. Должна была его физически ликвидировать. Вначале была попытка
попытка неудачная, как ни странно, хотя все должно было сработать. Значит, автомобиль этого служителя, значит, был так как бы отремонтирован, что он должен был просто сорваться и разбиться, но почему-то не разбился. Они были немного в недоумении. Потом пришлось, говорит, разбить. Я просто слышал свидетельство одного человека, который был один из ликвидаторов, участвовавших в ликвидации этого человека. Значит, тоже он был тогда в звании майора, по-моему, КГБ. Значит, и, значит, пришлось, говорит, сделать хорошую катастрофу уже. Не просто там случай несчастный, а уже разбить даже, ну, пожертвовать. Вот эта фура, или как назвать ее, перевозит топливо, которое, значит, цистерну, то, наверное, пришлось, как? Бензовоз, да, большой, пришлось, значит, его, чтобы сделать большую уже такую катастрофу, и, да, вот второй раз был удачный, он, тот пастор сгорел в машине своей, прямо, значит, там, значит, во время этой катастрофы, но вот мы ехали обратно, вот, после этого дела, вот, это было еще 70 какой-то год был, значит, мы ехали обратно, говорит, уже, вот это, ну, молчали, никто не разговаривал, по сути. Потому что, ну, они друг за другом еще следили же. Чекистская система такая гнилая вообще система. И, мой дедушка был старым чекистом, как бы, немного знаю эту систему чуть-чуть. Вот, значит, он был полковник НКВД еще до войны, еще из старых чекистов. И, значит, и знаете, что интересно, в этой гнилой системе они были подобраны, эти ребята, так, ну, мы ребята, уже взрослые, мужчины были подобраны так, чтобы как бы они сами задумались, что будет дальше с ними самими. Вот. И, но потом союз разрушился, слава Богу, безбожный союз пал. И знаете, некоторые, ну, судьба некоторых неизвестна, людей, некоторые из них покаялись. Вот один из покаявшихся, сегодня он служитель в Пятидесятническом братстве, бывший чекист, и он говорит, что Дух Святой так касался его несколько раз. Он был сорняком на огороде царства, да, но дух-то касался, он говорит, что это, то есть он как бы всячески он противился, чтобы не раскаяться, всячески противился этому, но потом однажды он покаялся, слава Богу. Знаете, Господь держал Иуду прямо возле себя и знал, что у него в церкви, маленькая была церковь, да, ну, лидеры, он знал, что вороват, нечист на руку, а также доверил ему бухгалтерию, представляете? У меня бы столько веры не хватило никогда. Если бы я знал бы, что, допустим, у меня в команде, ну, вороват, нечист на руку человек, я бы никогда кассу ему не доверил церковно бы. Мне не хватило бы веры, бы, не знаю. Как бы козла в огород пусти, представляете? Вот. А такое ощущение, что Иисус вот так и поступал. Как бы, хочешь, на, бери. Как бы вот, то есть, реализуйся. В плохом или в хорошем. Прояви себя, покажи себя. Значит, слабо вот кассу носить. Вору дал, значит, знаете, да, значит, дал носить эту кассу церковную. Конечно, но это было, я думаю, для, даже для Иуды, думаю, где-то даже повод к сомнению, может быть, а тот ли он, за кого себя выдает, потому что если бы он знал бы все, наверное, бы точно забрал бы у меня последние эти. Но Иисус был именно тот, за кого он себя выдавал, он был Богом. Так только Бог мог поступить вообще. Только Бог мог так поступить, человек так не поступил бы никогда вообще. Он дает каждому возможность. И в Царстве Божьем, в Церкви Христовой, конечно, мы видим из притч Иисуса очень много разных проблем. Не только невод Евангелия забирает из этого бушующего моря, погибающего, да, рыбу хорошую, но и негодную, но и плохую рыбу. То есть всякую. Хорошую собрали в сосуды, негодную выбросят. Хотя все было в сети, все было в одном собрании, все было в одном этом, знаете, улове, царство, Евангелие, неводом Евангелия, да, все было выловлено, но потом будет сортировочка, значит, и с сорняками тоже, те, которые останутся сорняками, значит, ну, разговор будет очень жесткий такой, конечно же, вот, и мы знаем это, и также женщина, бросившая закваску в 3 меры муки, пока не взгисло все, это, если брать еврейскую систему толкований, это очень плохой знак. Значит, все будет сквашено, все будет просто заквашено и уничтожено, по сути. Но Господь даже в такой ситуации, Он остается оптимистом. Смотря на царство свое без розовых очков, знаете ли, с одной стороны, реально, реальности в глаза. Однако же, Он полон оптимизма, несмотря ни на что. И устами помазанника своего, Павла, он говорит к своей церкви,
Я хочу прочесть из первого послания в Коринф. Есть такие слова. 1 Коринф, 5 глава, 7 стих. Ну, можно перед тем еще там написано, что мало закваска, квасит все тесто, написано. Значит, и вот 7 стих. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом. Так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваскую, не закваскую порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. И дальше как раз говорится о заквашивании именно грехом. Знаете ли, в контексте церкви грех, лжеучение, много заквасок всяких попадает в тело Христа. И оно все вспучивается, оно все поднимается. Это образ нечистоты. Начало 7 стиха звучит потрясающе. Очистите старую закваску, чтобы быть там бесквасным, новым тестом. Как это выглядит? Представьте себе, муж сказал жене: дорогая, испеки мне пирожков завтра, да? Вот, дорогая поставила тесто, значит, жена, значит, тесто заквасилось уже, да, уже пышет уже. И оно уже поднялось так, что вот уже все, вот хорошее тесто, пора приступать к пирожкам, лепить их, да? И вдруг муж говорит: о, слушай, родная, прости, но я передумал, сделай пресное мне, не дрожжевое тесто. Вот что-то мне хочется такого пресненького, такого, давай. Вот это же тесто, но из него что-то такое сделал пресное теперь. Дорогая скажет: ну, извини, но уже тоже поздно. Как я отделю одно от другого? Вот примерно то же самое Господь говорит. Вскисли, ничего, отделите закваску. Сделайте чистую. Сделайте. Интересно, как это возможно? Богу это возможно. Человеком это не под силу. И вообще, я считаю, реформация — это как раз удаление этой закваски. Это чудо, когда Бог из такого горделивого кулича нашей греховности делает мацу чистоты и праведности. Как это? Ни один пекарь здесь. Все бессильно. Невозможно это, но невозможно человеку, возможно Богу. Если мы смиримся, если мы каемся, если мы действительно отрекаемся от закваски, работаем над ошибками, если мы доверяем нашему Господу, Бог совершает чудеса, и мы приобретаем опресноки чистоты и истины. Мы становимся опресноком чистоты и истины. И закваска порока, написано, и лукавство, она уходит от нас. Спасибо. Слава Богу. Друзья мои, и ты, может, подумаешь: у меня нет той закваски. Это кажется. В действительности, копни глубже, есть разные закваски. Есть закваски фарисейские, да, саддукейские, иродовы. А закваска иродова — это, ну, тот же самый цезарепапизм, политиканство церковное, заигрывание, да, сильными века сего. Фарисейская, которая с лицемерием, мы знаем, да, из Писания. Есть, можно о каждой закваске из Библии говорить, ну, как бы, более детально. Но я сейчас хочу обо всем этом так вкупе, так вот, обобщить. Что закваска — это то, что противится Божьему Слову, Божьему постановлению. И в наших судьбах, в нашей жизни действительно копнуть очень много этой закваски. И нужно отделять. Да и по сути вся жизнь наша — это отделение этой закваски. Вся жизнь наша — это процесс. Лютер называл жизнь нашу христианскую непрерывным покаянием, каждодневным исповеданием, каждодневным покаянием. Это очень мудро сказано на самом деле. Потому как если мы перестаем ощущать нищету духовную, да, если мы начинаем думать, что мы уже разбогатели, если мы думаем, что мы уже достигли, да, и ни в чем не имеем нужды, то Библия называет это состояние несчастным, да. Несчастен и нищ, и слеп, и наг. То есть человек, который не работает над ошибками, об очищении прежних грехов своих забыл, он неизбежно, закваска приходит в действие. Ты скажешь: у меня ее мало осталось уже. В принципе, я по большому счету уже во многом чист. Но это малое, оно начинает бродить в тебе. И поэтому, пока мы на земле, нужно всегда прилагать усилия определенные. Каждый день. И от дембельских настроений таких, знаете, пусть Господь нас помилует. Знаете ли, когда уже мы перешагиваем черту, уже последнюю, финишную, да, тогда уже все, когда уже с Господом будем только, тогда уже можно расслабиться на небесах, но не раньше, ни в коем случае. Я знаю,
как расслаблялись порой братья, и потом и сестры падали. И по себе знаю, как только расслабишься где-то, не пободрствуешь, падаешь, и потом, Господь, помилуй. Что это такое? Это закваска, начинает квасить. Я удивлялся, как порой прежние некоторые вот эти грехи, которые, казалось бы, уже все похоронены уже, уже не вспоминают даже о том, начинают о себе заявлять. Я удивляюсь, как порой наследственные какие-то проклятия, о которых уже даже уже не думаешь, начинают как-то квасить, действовать. Вдруг узнаешь в себе, допустим, то, что в детстве ненавидел во взрослых. Это что такое? Это значит, приходят проклятия, которые начинают, ну, убивать тебя. Закваска это квасить начинает. Ну, Боже мой, да не будет такого. И надо прилагать усилия определенные. Да, во-первых, осознавая именно нищету духовную, то есть что сам без него не сможешь сделать. Исповеданием, выявлением во свет всего этого, да? Говоришь Богу, Господь, да, я не могу с этим справиться. Ты помоги мне, благослови меня, очисти меня. И знаете ли, такими вещами происходят чудеса. Таким путем происходят чудеса. В личной жизни каждого верующего, в жизни поместных церквей, в жизни целых деноминаций. Есть грехи отдельных христиан, есть закваска в жизни, в судьбах отдельных верующих, есть закваска в судьбах и в судьбах как бы целых поместных церквей и даже деноминаций. Есть разная закваска. И поверьте, очень сложно порой, на самом деле, освободиться от вот этих таких тянущихся через многие столетия порой даже этих проклятий. Что касается реформации православной церкви, я скажу, приходится очень сложно, потому что уже тысячу лет, полторы тысячи лет тянется вот этот след. И, знаете ли, и он настигает порой и квасит. Проблема антисемитизма, которая касалась вчера, позавчера, это вообще для вот нас, православных, это как бы такая, знаете ли, махинесса пята. Это очень большая проблема на самом деле. Вот сегодня это, наверное, особенно звучит во время вот этих дней поста. В традиционном православии сейчас идет пост. Значит, я не пощусь сейчас. Знаете ли, но мы постимся тоже добровольно, как и десятины. Мы настаиваем на доброхотности. Вот, и посты у нас целевые и по разным таким вопросам нуждам. Вот обязаловки такой мы стараемся избегать. Извиняюсь. И так вот, что интересно, во время этого поста великого как раз в традиционном православии очень много проклинаются евреи. Проклинается еврейский народ. От лица молящихся священники повторяют слова проклятия. Делают это не просто даже в силу традиции. Большинство священников даже не задумываются над тем. Большинство священников даже особо внимания не акцентируют на том, что они это делают. А если замечают, то стараются так вот избегать конфликта внутреннего. И священники обычно мне как говорят на эту тему? Что не мы это придумали, не нам это отменять. До нас положено и лежено во веки веков. А некоторые священники говорят так. Грех будет на тех, кто это все придумал. А мы лишь винтики в этом механизме. Мы лишь маленькие, это, знаете, такие. От нас ничего не зависит, ровным счетом. Некоторые мне священники даже говорили, упрекали, говорили, ну, кому-то что-то казал. Но вышел из этой системы. Я был раньше священником традиционной русской православной церкви. Я не был реформаторским, там, обновленческим священником. Я был обычным батюшкой, сельским батюшкой. И, в общем-то, мне нравилась моя работа, очень сильно нравилась. Кадила махать, мне очень нравилось. Храмовое благочестие, очень, знаете ли, это было по призванию, ну, я очень любил это дело. И знаете, так вот, и казалось бы, вот уже все есть, как бы, храм, о котором я мог мечтать только, значит, на самом деле, вот, как бы, все было, да, церковный дом, значит, жена, красавица, двое детей, как бы, батюшка такой, значит, уже, знаете ли, в почете, все хорошо, как бы, значит, ну, теперь только, значит, там, живи да почивай, добра наживай. Значит, но, знаете, что интересно? Ну, так вот, одно мешало. Бог. Вот как бы, а так все хорошо. Знаете, одна проблема. Бог. Вот так он есть. Знаете, он есть таки Бог на свете. Знаете, и без него
И ничто не радовало. Знаете, я был похож на того монаха, который говорил однажды в средние века: «Господи, если ты вездесущий, как так получается, что я каждый раз оказываюсь там, где тебя нет?» Вот нечто подобное такое было тогда в моей семье и в моей личной христианской жизни. И я Бога благодарю, что тогда он меня вывел из системы определенно религиозной. И некоторые священники говорят: ну и кому что ты сказал? Ну ты ушел с того храма, да? На твое место поставили другого батюшку, который исполняет те же самые традиции. Вот, и он это все читает. Но, во-первых, я не имел цели кому-то что-то доказывать. У меня была одна проблема. Это я вот и мой Бог. И моя семья. И, знаете, Эрнан Штегена, почитав тогда проповеди в 96-м году «Время начать суду с Дома Божьего», там есть такой эпизод интересный, у меня тогда коснулся, помню, когда одному пастору, где-то там, кажется, в Южной Африке, во сне Бог сказал, три вопроса задал ему: когда ты умрешь, где ты будешь? Потом, когда умрет твоя семья, где она будет? Потом, когда умрут твои прихожане, где они будут? На все три вопроса он не мог ничего ответить. Перед людьми он что сказал бы, но пред Богом он не мог ничего говорить. Его уста, как будто все, закрыты были. И он проснулся в ужасе, и он рассказал это как мог, а потом скоропостижно скончался. И вот Эрнан дает такой вопрос, ставит, задает читателю. И знаете ли, я вот батюшка в селе, я читаю это свидетельство и думаю: стоп, а вот если мне так пред Богом пристать, а ведь рано или поздно придется пристать, где я буду, когда закончится эта жизнь? Где будет моя семья, моя жена, дети? Где будут мои прихожане? У меня были неутешительные очень такие на те ответы. И уже все остальное было не мило, знаете ли. Когда благочинному я рассказал, он приехал ко мне благочинный. Ну, священник по этому региону, старший. Но мой начальник непосредственно, будем так говорить. И я рассказал ему, что так и так, что, говорю: отец Василий, ну, при всем уважении, извините, но просто по единым соображениям не могу больше оставаться в рядах Русской Православной Церкви. Вот. А чем ты будешь заниматься вообще? Ты дурак. Люди рвутся на это место. А ты чем будешь заниматься вообще? По сектам ходить? Вообще, что ты тяжелее ходила, не поднимаешь ничего. Чем будешь зарабатывать вообще? И дом оставишь, понятно, церковный дом. Вот, и это как, знаете, как предложили прыгнуть с парашютом первый раз, и не знаешь, откроется ли. И вообще, это ночью, и неизвестно, над чем тебя выбросят. Вообще, это, короче, больше вопросов, чем ответов. Вот, и прыгать надо, знаешь, одно, потому что самолет, больше оставаться, точно грохнется, и беда уже крутой пике. Вот у тебя шансов, в общем-то, в принципе, выбор невеликий. Я понимаю, что если бы я остался в системе, мне порой страшно представить, если бы я тогда бы, остался бы в системе, до сих пор бы ходил и махал бы где-то на приходе бы и думал, что это правильно, печатал бы покойников и успокаивал бы свою совесть. Крестил бы младенцев и думал бы, ладно, стерпится, слюбится, все-таки может как-то это из них кто-то там и придет к вере однажды. Или как мне один батюшка в Москве говорил, уже покойный уже, что я сам к мощам, когда там привозили в епархию, всех священников собирали, с фигой в кармане к мощам подходил, все-таки. А другой раз там икону какую-то чудотворную целовали, домой приходил, каюсь, все-таки она вертится, знаете ли, как Галилео Галилей. Да, и не хотелось бы быть в такой шкуре, не дай Боже. Знаете ли, я понимаю, почему много нашего брата священника спивается. Нет хорошей жизни, а то, что мозги надо куда-то отключить. Потому что это мешает. И вот эта закваска, знаете ли, она, наверное, самая гадкая. Любой аферизм это гадкое, но религиозный аферизм это вдвойне гадкое. Потому что религиозный аферизм наживается на самых светлых чувствах человека, на самых светлых таких, знаете ли, мотивах, что ли, человека. Поэтому, знаете ли, быть аферистом религиозным очень не хотелось бы. И я поэтому даже не знал, куда там, что, примкнем мы. Было желание, конечно, первый месяц особенно примкнуть к какой-то деноминации, к какой-то церкви, там, прибиться. Знаете ли, я не думал никогда там лидером, каким-то пастором. Не-не, я уже на пасторствовался, хватит. Два раза в одно тоже вступать, думаю, не буду никогда. И что интересно,
Мы ходили туда, туда интересовались, но больше находили вот с женой вместе, вдвоем, вот в общении, как бы находили вот этой, ну Божьей милости, так будем так говорить. И знаете, и потом Бог призвал к реформаторскому православному служению. И когда был призыв этот в Киеве, мы переехали в Украину, и Украина стала нашей второй родиной, вот где как реформатор я состоялся. И, знаете, и было, подумал я уже в Киеве, думаю, ну не все так плохо, я был батюшкой, вот Бог меня спас, слава Богу, как бы все хорошо. Но я было, стал забывать вот эту закваску, так снова напомнилось об этом всем. Рано или поздно враг все равно напоминает об этой закваске, знаете ли, ни в одной, так и в другой форме, не важно. И вот однажды я видел сон, когда, ну перед тем я так как бы немного рассудил женщину одну, которая умирала от наркотиков, она была очень страшная такая, знаете, вот, ну, это, ну, грех никого не красит, конечно, но это был случай такой, ну, самый такой для меня страшный в жизни, вот, она была голая фактически, но и кожи на ней тоже мало было, вот, и, значит, на ногах кости были видны уже, вот, то есть, ну, она была гнилая, как она была жива, я не знаю вообще, под ней кровать была, как большой памперс. Вонище такая была в квартире, там, куда меня привели, помолиться за нее. Знаете, я думал, что это как будто там покойник уже лежал давно. Она была живая, вот к ужасу своему. И у нее глотка уже прогнила уже тогда. И, значит, и она могла только глазами моргать и вот и руками, там, рукой. Не всей рукой, а пальцами на руке шевелить. И все, больше мне ничего не работало. Представляете? Вот, она имела огромный стаж героина. И, значит, когда-то была из крутых. Но дьявол так унизил вообще, что просто диву даешься. И вот она кололась еще тогда, еще при Союзе, когда еще не было наркоманов официально, но там с такими блатными, элитными. Но это мне потом рассказали эту историю всю, эта женщина. Ну и когда я приехал домой, уже подумал, ну, думаю, слава Богу, что я не был, как некоторые люди, там, в таком ужасном состоянии. Ну, конечно, я попросил прощения у Бога за то, что осудил, но, думаю, ну, все-таки, ну, как бы, в этом есть какая-то правда. Но, знаете, интересно, во сне Бог показал, той же ночью, показал ту грязь, которую Он меня вытащил. Вот эту закваску, эту грязь, это, религиозного оккультизма, многобожие, идолопоклонство, многих других вещей этих. Знаете, та женщина была гнилая снаружи, а я, оказывается, был гнилой весь внутри. Мой фасад был хороший. Закваска, она удивительная вещь. Это. Вот, она дает возможность человеку быть как бы хорошим фасадом, да, но внутри уродует. Есть уроды внешние, да, есть уроды внутренние. Вот закваска это как бы стать уродом внутренним, моральным уродом, уродом внутри, изуродованным. Внешне вроде нормально, даже больше, чем нормально. И это ужасно. И знаете что, господа, братья, сестры, закваска может это работать в любой деноминации. Это, значит, это действительно, это не то, что там вот, подумать, что значит, это только лишь удел, допустим, там, для православных, да, или для католиков, допустим. Да? Хорошо так думать, конечно, до поры. Но, знаете ли, потом человек сталкивается все равно, что эта проблема, она универсальна. И мы тело Христа, хотим мы это или не хотим. Вот, и когда один человек страдает, все тело страдает. И все это аукается по всему телу Христа. И знаете, друзья, то есть мы в одной подводной лодке, нам нужно как-то вместе спасаться, вот, а не топить друг друга, знаете ли. Вот, ну, правда в этом. И, конечно, даже поэтому молиться друг за друга. Потому как осуждение, мы ослепляемся просто и как бы начинаем думать о себе лучше, чем оно того достойно. И, друзья, допустим, некоторые протестанты, я много слышал такого, в Киеве начинали говорить при виде батюшки, я заходил в грязь с крестом, они говорят, о, к нам батюшки теперь ходят, слава Богу, как бы, вот, значит, пусть они покаются, вот, эти православные, они там иконы целуют, там что-то еще. Ну, как бы, понимаете ли, идолопоклонство, да, в православии, да, оно такое, к сожалению, такое, знаете, вульгарная форма заболевания. Как бы, там не увидеть это нельзя просто-напросто. Это надо слепым быть совсем. Вот, хрестоматийное идолопоклонство, когда люди целуют мощи, там, пред иконой, становятся на колени, целуют ее. Значит, там, когда
перед ней свечки возжигают перед иконой, как якобы жертва Богу. Это как бы такие хрестоматии, это вульгарная форма идолопоклонства. Конечно, это проклятие, никто не спорит, но, знаете, осуждением мало чем можно помочь здесь. Здесь нужно, на самом деле, если говоришь об этой проблеме, нужно говорить, ну, на самом деле, и давать выход определенный. Знаете ли, помочь людям выйти, и это очень сложно, поверьте, очень сложно. Я по-живому отрывал себя как бы вот от этого всего. Мы с женой очень, ну, трудно переживали это. Все это кажется просто. На самом деле не так просто. Или, допустим, там молитва, допустим, там, значит, там, ну, умершим святым многим. К ней так прикипаешь, что не так-то просто это все вырвать. Но это как бы вульгарная форма заболевания. Но есть та же болезнь, только скрытая, которая может быть в любой деноминации. И то же самое блюдо, только под другим соусом. Написано любостяжание, да? Есть то же самое, любостяжание, то же самое, что идол, как идолопоклонник, идолослужитель, да? Получается, что любостяжание — это славянское слово, его сейчас мы не употребляем так. Буквально жадность. Жадина говядина, да? Это уже любостяжатель. Любовь к стяжанию. То есть, когда человек, он из всего пытается материальную выгоду извлечь. И это в глазах Бога то же самое, что там будет икону целовать, или крест, или мощи. Понимаете ли? И я, допустим, вот тогда, 2000 год, 2001 год в Киеве, тоже пережил такой стресс такой. Я видел, как многие братья, служители, христиане, евангельские, протестанты, да, они перед тем, они говорили об Иисусе и с энтузиазмом, и потом с таким же огоньком они говорили о пирамидах финансовых, вовлекали неокрепшие души в эти структуры, значит, как бы, и уже, приходя на собрание, уже смотрели друг на друга, как бы, кинь ближнего твоего, пока ближнего не кинул тебя, как бы, значит, по такому, как бы, принципу. А ведь это и в Украине такое шикарное пробуждение было тогда. И оно было остановлено не репрессиями такими, знаете, не кольмам бросали христиан. Нет. Мамона сделала то, что львы не могли бы сделать. Там львы в шоке будут. Львы могут только лишь там погрызть снаружи. А это изнутри убивает христиан. Представляете? И потом получалось так, что проблемы эти, они убивали целые церкви, большие церкви. На глазах рассыпалось. В 2003 году я был по этому поводу даже как бы в такой легкой депрессии. Значит, и меня пытались вводить в религиозные структуры такие протестантские, чтобы я был где-то тоже там в этих системах. Предлагались бешеные проценты, если я буду где-то как-то там, допустим, в этих учредителях или там что-то еще. И говорилось даже не там о 40%, а говорилось о 200% даже. Мне один из пастырей, я предлагал 200% даже годовых. Это что, наркобизнес? Я не знаю, какой бизнес можно давать столько. Мой дедушка был банкиром, но управляющим Рижским банком. И он финансовый очень. У него 4 высших образования, последнее финансовое. Но он по жизни финансист вообще. И он, когда, если предлагать больше, чуть больше, особо верить не стоит вообще. Если предлагать намного больше, вообще не верит. Значит, даже человек может искренне говорить тебе, но он сам обманут просто. Потому что это есть закон, да, в мире, вообще любой закон, надо уважать. А есть закон финансов, денег, он тоже закон. И он работает как гравитация закон, да, независимо от того, веришь что или не веришь что. Нужно просто изучить этот закон и действовать в рамках этого закона. Вот, и понимать. И знаете, что, друзья, скажу, что, конечно, я подумал было тогда, думаю, ну что ж, я от волка попятился, на медведя нарвался. Думаю, хрен, редьки не слаще. Как бы не для того я, значит, как бы выходил из РПЦ, чтобы зарабатывать деньги. Значит, я мог бы намного более спокойнее и больше зарабатывать, находясь РПЦ, значит, там, священником. И плюс еще под крышей более надежный. Вот, как бы, знаете ли, там КГБ, значит, и милиции, все, значит, там, все схвачено, политика. Как бы, понимаете ли, а здесь еще так шатко и валка непонятно вообще. То есть, если, значит, быть аферистом, так уж по полной программе, значит, чем вот так вот у протестантов слава получается. Не, ну это не в обиду, это наоборот говорю, слава Богу.
Бог не дает загнить телу своему. Он просто протрезвляет многих христиан. Слава Богу за все. Знаете, друзья, честно говоря, даже вот тогда, в 2004 году, мы уехали с Украины, именно вот потому что я не мог больше видеть, как священнослужитель вот развал, который в христианстве тогда в украинском наступил. К сожалению, это было больно. Еще было далеко до этих катастроф больших, финансовых, там, значит, но было больно видеть, к чему это все идет вообще. И знаете, друзья, скажу, что Бог дает всем возможность покаяться, восстановиться. Абсолютно всем. И Он дает шанс и православным, и протестантам, и католикам, всем-всем-всем. Просто покаяться, обратиться. Я вспоминаю одного священника. Вот я собираюсь, даст Бог, если попаду в этом году в Прагу, в Чехию. Там будет как раз конференция, посвященная как раз вот именно реформации чешской и Яну Гусу. И знаете, интересно, этот Ян Гус, чешский реформатор, все слышали его, да? За 100 лет до Лютера, один из предтеч великой реформации 16-го столетия. Судьба его трагично оборвалась, да, он был сожжен на костре инквизиции католической. Но, что интересно, он писал о себе, что он стал священником в свое время не потому, что он был так сильно набожен, он был в меру религиозен, как в принципе его все современники. Он стал священником, потому что не хотел работать, хотел зарабатывать, не хотел физически трудиться, хотел иметь уважение, тяжелее хотел, не поднимешь ничего, как бы, значит, и денежка тебе, значит, там как бы, вот, постоянно сыто пьяно, значит, да. И, знаете ли, как бы, и люди там шапки ломают перед тобой, значит, ты как бы, значит, авторитет такой имеешь, не дворянин, но как бы так под него. Значит, и как бы он, когда пас гусей там, он смотрел на этих батюшек, думал, вот хорошо живут, а? Вот как бы вот так бы мне пожить бы, вот, значит, как бы работать не хочу, как бы, вот, хочу деньги иметь и почет. И он пошел в семинарию, и, значит, пробился парень. Значит, пробился, значит, стал батюшкой, был очень доволен, у него и хлеба, до хлеба, значит, и все как бы есть, значит, почетно, он батюшкой там в Праге уже служит уже, все хорошо, да вот, проблема есть одна, Бог. Да, значит, и читая Евангелие, он в то время Прага бурлила, ой-ой-ой, там, знаете ли, королева чешская, там вообще многие студенты чешские, ребята, они учились в Англии, в Линкольншире, значит, там в самом Лондоне, там еще в других городах были чехи, проживали молодежь, студенчество. И они возвращались, они слушали проповеди Вильям, как его, вот эти Лолларды, чьи ученики, я забыл, как его звали. Забыл, такой английский реформатор, кто Библию переводил на английский язык, может кто-то помнит. Джон Уиклиф, как же мог забыть, слушайте. Виклифисты, еще другое название такое в народе было, виклифисты. Джон Уиклиф, он священник католической церкви традиционной, да, тогда не было другой церкви в Европе, вот, который пошел путем реформации от традиционализма к Евангелию. То есть это был один из величайших предтеч реформации. Но у него необычная судьба была для предтечи, он умер своей смертью. Его сожгли, но после смерти уже, посмертно. Когда папа Римского прибыла делегация, монахи, с документом, все, мы ничего не знаем, папа приказал сжечь Виклиф, и говорит, да вы что, ребята, он уже умер, вот могила, вот, не знаю ничего, раскапывайте. Ну ладно, раскопали, что теперь делать? Тащить его бренное тело в зал суда. Кошмар. Это было, наверное, я больше в истории не встречал таких, значит, процессов судебных. Знаете ли, интересно, есть такая программа, как бы, называется, в зале суда, или как там? Час суда. Как это называется? Час суда. Час суда, там суд идет. Представьте, тебе сделали труп, принесли бы. Такого еще не было, такой программы, да? Надо предложить. С элементами ужаса. Да, значит, и у меня есть пару сценариев таких ужасников. Если в Голливуде будет кризис жанра, пусть позовут отца Сергия. Он им подскажет пару ужасников на ночь. Значит, и знаете ли, что интересно? И принесли труп, значит, облаченным во все священнические одежды его облачили. Значит, у него был даже адвокат свой.
Подсудимый упрямо молчал. Видимо, молчание – знак согласия. Видимо, так расценивали. В конце концов, приговор был оглашен – сжечь на костре. Ну, как бы подсудимый особо не расстроился, даже никак не выразил протеста своего. Одним словом, его труп взяли, там, зачитали приговор, народ собрался, все там, что такое, в Ватикане вообще, там, чем они занимаются вообще, батюшки. Вот, и сожгли труп. Да, интересно. Но Джон Уиклиф, он именно посеял семена реформации, которые прошло больше 100 лет, но они дали всход хороший. Слава Богу, от традиционализма к Евангелию. Это потрясающий реформатор был. Ну, это тема отдельная. Ну, так вот, Иоанн Гус, вот, был сорняком, да? А Бог сделал его злаком. У нас батюшка один присоединился в прошлом году к нам, к нашему братству, с Румынии. Он был священником румынской, традиционной такой православной церкви. Теперь в Бухаресте у нас церковь там реформаторская, такая румынская церковь православная. И отец Богдан Ионеску. Вот был аферист, да? Он там такие вещи рассказывал, наши люди покатывались там вообще. Ну, он на румынском там, и братья переводили на русский язык. Потрясающее свидетельство. Вот пройдоха был еще тот, значит, зарабатывал на всем. Значит, был игуменом, настоятелем монастыря одного румынского. На короткой ноге, значит, там с митрополитом, значит, даже к патриарху был вхож иногда. Вот, как бы, значит, ну, не последнее лицо был в своей структуре румынской православной церкви. Да вот одна проблема. Бог. Знаете, он познакомился с евангельскими христианами. Вначале презирая их, а потом услышав кое-что. Душа его была пуста. Он пытался алкоголем залить это все. Эти попойки, оргии, это пьянство, это все. Знаете, не давало ему ответа. Внутри все равно пустота. И в конце концов он сдался. И он с братьями встал на колени, однажды помолился. Ему в патриархии один из секретарей сказал: сумасшедший, ты че? Оставляешь все и должности, и монастырь, и все. Да, слагаю полномочия. Его готовили в епископу румынской церкви. Он сложил все полномочия, оставил все. Но знаете ли, друзья мои, думаю, слава Богу, Господь сейчас готовит кадры реформации. Бог приготовляет. И Он дает возможность всем людям покаяться и достичь познания истины. 1 Тимофею, 2 глава. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. А дальше сказано в 5 стихе. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеком. Человек Христос Иисус. Для спасения людей всех Бог приготовил путь спасения, который сам Иисус Христос. Аминь. Друзья мои, я надеюсь, что не последний приезд сюда, далеко не последний, работает много, не почтый край. Но я, знаете что, я говорил это в первый вечер тоже, я молюсь о том, прошу вас молиться тоже, чтобы здесь, вот в Южном округе, да, федеральном, чтобы Господь поднял своих делателей, чтобы те, может быть, сорняки в царстве, которые сейчас прозябают, знаете ли, чтобы они покаялись, каким-то образом стали хорошими злаками. И с другой стороны, чтобы Бог выслал своих делателей на свою жатву великую. Он знает эти души. Он знает тех людей, которых Он приготовил для этого служения. Очень непростого служения. А задача одна – спасти грешников, принести спасение. Многие люди из-за того, что средства массовой информации такой образ врага такой создают, знаете, в лице протестантов, как сектантов, многие люди поэтому шарахаются. От евангельских христиан, от баптистов, от харизматов, от бесятников. Люди часто заложники вот этого зомби-ящика, знаете ли. Люди порой как бы просто не имеют своего мнения, а живут тем, что им скажут по этому ящику. Это ужасно, конечно. Но, знаете ли, не надо спешить судить этих людей, но, знаете, будем молиться за покаяние людей и чтобы Господь выслал своих делателей. И я знаю, что в рясах, с крестами на груди должны выйти здесь сотни и тысячи даже священников по России, которые принесут Евангелие Иисуса Христа к погибающему поколению. Достичь, ведь самое основное, чтобы люди были спасены, а потом для спасенных достичь познания истины. Достигать познания истины. Друзья, я думаю, что священники в рясах, с крестами на груди, священники-евангелисты, священники-учителя, пастыри должны подняться в это время. Сейчас наша епархия в Киеве, там в Украине растет, слава Богу. Пусть немного, но прирастает. Мало кто из батюшек пока присоединяется, очень мало. Единицы пока присоединяются. В основном священники наши новые, это те, кого уже,
кто, кого Бог взращивает уже в наших церквях уже. Это священники уже нового поколения. Те, которые не были в традиционном православии, которые вырастают, и я их рукополагаю, наши епископы их рукополагают, и они трудятся в городах, в селах некоторые. И я вижу, что вот самое главное, плод спасенной души, самое основное. Пусть у нас нет храмов с куполами, с крестами, но, как на Руси говорили в 15 веке еще, Нил Сорский, Васян Патрикеев говорили, храм не из бревен, а храм из ребер. Живой человек, живая душа, вот храм Божий. Если люди будут спасены, это самое главное. Друзья, но для тех, кто спасен, достичь познания истины. Достичь познания истины. Как Господь нас достиг, так и мы должны достигнуть его. Удивительно. Пример такой, иллюстрация. Там на кафедре как раз на служении вчера звезда Давида на флаге Израиля. Хорошее напоминание такое. Два треугольника. Верхом вниз, острием и острием. Вверх и острием вниз. Бог и человек ищут друг друга, достигают друг друга. И красиво, когда это гармонично. Когда мы, наше соединяется с Божественным. Когда мы вместе. Устремление человека вверх и Бога устремление к нам, к людям. Слава Богу. Пусть в нашей жизни это будет. И, конечно, прошу ваших молитв, потому что время смутное. Пугать не хочу, но скажу, что на самом деле мы, думаю, видим, что к чему сейчас идет политика. Сегодня чекисты, коммунисты и все прочие, и же с ними фашисты, заявляют, по сути, ну почти все, только на разный манер, одно и то же, в принципе. Идет речь о возрождении некого такого безбожного союза. Вот, и есть разные понимания, конечно. Может, кто видел фильм «Иерусалим. Обратный отсчет»? Он на русском еще только должен выйти. На английском он уже есть уже. У кого с английским хоть немного. У меня плохой английский, но мне моего хватило английского. Там все по Библии, поэтому как бы там все понятно, в принципе. Вот. Уж Jesus Christ, знаете, что такое, да? Да. О май гад, знаете, да. Все остальное поймете сами. Вот. Все понятно. Потому что по Писанию восхищение церкви. Это снято по книге в прошлом году при малом бюджете с такими эффектами, что там 2012 отдыхает даже. Местами. Потрясающе. Значит, и знаете, что интересно? Сняли христиане по книге Джона Хейги. Это баптистский пастор с Техаса, который очень много учит о последних временах. Это его как бы откровение. И по книге «Откровения Иисуса Христа» он очень много книг написал, бестселлеры, переиздающиеся там большими тиражами. И, конечно, о судьбе России там очень так, ну, нелестно. Земля Роша Машеха бывала должна исполнить в последние дни страшные пророчества библейские. Но, с другой стороны, я убежден, что Бог сегодня дает время благодати. Даже про Ниневию, про которую было сказано конкретно, все, суд, была милость Божья. Знаете, Господь, Он милостив. И перед тем, в первом послании к Тимофею, перед тем, как написано, что Бог хочет все спастись, Он призывает нас устами помазанника святого Павла молиться за весь народ, за всех. И в особенности молиться, выделяет, да, в третьем стихе там молиться за власти начальствующих, чтобы жить в безмятежной чистоте. Кого бы сегодня Россия не избрала, мы не знаем, да, скоро почитают, там скажут, значит, кого избрала Россия, но мы будем молиться. Какая бы власть ни была, мы будем молиться. Будем за начальствующих всех молиться. Потому что, знаете ли, если даже придет самые, как бы, идеальные, да, люди наверх, но если Бог не благословит, если не будет эта молитва, знаете ли, ничего доброго не будет. Но если будет покаяние, если будет примирение, то будет все доброе. Бог может вырулить ситуацию. Слава Богу. Да, друзья, и закваска, о которой я говорил в начале, это страшная вещь. Есть закваска политическая, есть закваска религиозная, есть разного рода закваски. Но Господь хочет видеть нас опресниками. Мы сегодня принимали мацу, опресники. Мы сегодня причащались мацой. Это очень хорошо, мне очень нравится. Я бываю в разных церквях, по-разному бывает причастие. Но мне очень нравится, я сам стараюсь держаться такого принципа, причащаться опресником. Это знак чистоты и истины. И я хочу быть такой мацой в руках моего Господа. Я хочу, чтобы он смотрел на меня и радовался. Не печалился, а радовался и сказал: добрый и верный раб, войди в радость Господа своего. Отец, спасибо тебе за этот день. Спасибо за моих братьев и сестер. Спасибо, Отец, сущий на небесах,
за то, что ты прямо сейчас, Господь, с нами работаешь и во все дни наши. Спасибо за то, что закваска Твоя, прости, Господь, закваска вражеская, которая в нас, она тобой удаляется. Боже всемогущий, спасибо за то, что, Господь, Ты, Боже, позволяешь нам, Боже, на самом деле очищать эту старую закваску, чтобы быть нам новым тестом, так как вы без кваса написано, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Боже всемогущий, спасибо за нашу Пасху, новую Пасху Иисуса Христа. Спасибо за чистоту Твою, Господь. Спасибо за то, что благодатью мы спасены. И это не от нас, это Твой божественный дар. Спасибо Тебе за все. Благослови, Господь, церковь. Благослови, Господь, пастора, благослови команду. Благослови, Господь, Боже, церковь, покрова Божьего. Да будет так, Господь. Пусть Твоя шахина, Твой покров прибудет над всеми нами.